страны, которые вам нравятся меньше всего и которые бы не хотели бы посетить в связи с какими-то там причинами? Ну, это Индия в любом случае, там очень высокий уровень бедности. Ну, если только на Гоа какого-нибудь, но это, опять же, курортное. Я в разных странах был. В Латвии, в Литве, в Польше, в Германии. Мне везде все нравится. Антифашист. Мне сейчас не нравится Америка и Запад, то, что они как возбудились против нашей страны. Ведь они же на уровне высшего политического уровня говорят о том, что они должны нас уничтожить. И мы должны все, извините меня, быть в них рабами. Я думаю, это Прибалтика, Литва, Латвия, Эстония, вот эти. Потому что? Ну, из-за политики, но антирусская. Япония. А почему Япония? Потому что на них бомбу спустили, да, Хиросима, Нагасаки, сколько людей погибло. А они сейчас, извините, общаются с американцами. Уже сколько там присутствует и военных, и всего, и еще собираются туда. Какие? Палестина, к примеру. Почему? Ну, там арабы. А я как-то так понимаю. Они как люди или религия, может быть, сама, или мировоззрение? Как люди. Ничего хорошего в них нет. Ну, наверное, все-таки Таиланд. Таиланд потому что? Ну, слабо развит экономически. Ну, где по большей степени может быть аборигены? То есть те люди, которые не цивилизованные. Да, пожалуй, такая есть. Она меня пугает. Это Бразилия с ее количеством криминала и опасностью жизни. Мне не нравится Марокко. Там все очень грязно. А еще какие-нибудь страны, как Марокко? Которые... Индия. Очень грязно. Просто грязно. Наверное, это Северная Корея. Насколько я знаю, там нельзя свободно перемещаться туристам, и когда есть такие ограничения, сложно стране что-то представить, я не знаю. А есть страна, которую вы не любите больше всего? Да нет, нету. Я не считаю, что есть плохие страны, есть плохие люди. Прям такой антипатии к кому-то, к какой-то стране нет. Я люблю путешествия, мне не важно там какая политика, ну то есть как бы там политики между собой разбираются. Мне важно посмотреть страну, мне интересно. Нет, таких стран нет. Я бы везде хотела побывать. Все страны по-своему хороши. Да, конечно. Спасибо. Я не знаю, как у них, у меня просто к ним ничего нет негатива. Допустим, в Италии я не хотел остаться из-за того, что очень жарко там. Но мне все равно эта страна нравится, и население людей, ну, то бишь, отличное.